шелтер, а прямо в центре. В центре фрейма. Тогда, когда он будет поворачиваться, профы сразу, да, пойдем. Смотрите, когда он начнет поворачиваться, когда он будет плевать, если вы стоите в центре, вас не задевает, по идее. Да, после него перекупка, да, окей. Все тут? Никаких Гера, бафов кстати, нет. нет. Да, ничего страшного. С Герой нормально будет. Ты смотри, тут видишь, вот эти стоят кранчики. Где кранчик активирован, значит, с этой стороны будет большая лужа. Примерно стой в центре, вот здесь где-то. Это ты мне говоришь? Да. Потому что когда он будет на себя плевать, поворачиваться, Так чтобы ты мы там... 100 раз это проходили, я знаю. Все, окей, окей, вы прям по... Все прям в него станьте. 5, 4, 3, 2, 1. Прям в него, вот так. Под духовный мир шире, как окажется. Ты тоже можешь бить, настакивай урон. Сразу не диспелься, не диспелем. Пульс в рейде стоял. Все, чуть-чуть вперед. И не попадает. Подойди сам, да потом заберешь. Охуеть. Кто за диспелем? Забирай. Как он, у тебя тотем очищения не стоит случайно? Не, я после вроде раньше диспелил. Не, не надо. Не, ладно, не Там буду. если не прохилится, то тогда. Не, ну просто там отхил 2 раза, по-моему, режет. Да, он режет. Ладно, снимайтесь. Просто быстрее гранатом делается. Забирай большого. Ну, кстати, насчет того, что в центре стоит, это имба. Тоже у пугов присмотрел тогда. Думаю, иногда полезно с пугами ходить. Да, это там такой процент полезности еще. Ну, нормально, какая разница? Главное, рабочая тема. Вон, тут еще... Геру, А, кстати, где босс боссов, стоит? да, вот я на медведя, наверное, возьму. На медведя. Он с одним сокетом, правда, блядь. Ну ладно, пойдет. Хочешь Ну, да, меткость? получше. Блин, вот эти лапы тоже хотелось бы навара себе. А хотя смысл тебе на медведя, если ДК может выживет? А, эти, курок. Ну, да, оно, я же медведя спек не собираюсь сюда. Мы же ходим, гру магик. Вы нажали рычаг? Да, нажал. Оттуда? Там Кирус нажал, он же говорил. Я там нажал слева. Ты по трубам не видишь, что ли? Течет. А справа-то не нажали. А справа не нажал. Я сбегаю. Я сбегаю. А он нажал. Ебать, Кирус, ты громкий какой-то, успокойся. Да? Да. Все, вместе заходим, Куда? подойдите. А, мы заходить будем? Да, репа дается. Все заходим, подождите. Нет, не будем скипать. Все зайдите, будем. Может, микро прибавилось? Пошли все. Ага, круто, блин. Один бук. Микро убавлю. А, ну я Ань, умираю. бля. Сразу просто ауешки бейте вперед, там тараканы идут. Блядь. Лёха, Деревья дается, Лёха? я упадаю, все. Да ничего страшного, умрешь, зато репу будет, не вставай. А нахуй мне репу, у меня фукаль. А тебе, у тебя фул? Давно. Да, ну все тогда. Можешь Но я ставить. сегодня возьму фул. Да, у меня микро на сутку привел. У тебя дверь закрывалась, ты мог блин дать, кстати. Не среагировал, Так потише, да? Да. Да, сейчас лучше. Нурик, слушай, тебе нужна дробяшка? Какая? Не, мне не нужно. Зачем она? Да мне она тоже не нужна. У нас еще перекур, да?
Не, после прохват перекур, мы сразу убьем сейчас. А потом что, в элитру идем? Ну да. Так, убьем кровавый с первой передачи. В элитре под конец, да, все равно нам на синдру жить. Да. Так, танк, ты же здесь танчил, да? Под колбу там под стенку поставишь, под эксперимент сюда. Куда там? Там сюда же где-то ставят примерно. Лучок, каску. Когда эксперимент зеленый выходит, милики прям перед ним становитесь. РДД вот здесь будет стоять примерно. И вначале все ДД в одной точке стоите? Да, да. Там главное, чтобы такого прикола не было, чтобы и перемешка, и этот эксперимент на нас не полетел. Такая тоже бывает. Сразу да, СС по ИББ. На третьей фазе, а, колбы не лутаем, или 50% места у вас будет. Колбы. Там 70. 75 даже. СС на ИББ. Я консан стать можешь, у меня БР есть, Юкерус. А каску можно? Так, да, сейчас обновлю. Так, еще вот такой прикол. Мы давайте постараемся с бурстов сразу на 80% перевести, чтобы до эксперимента. Все. Танк устала, как он кинет, сразу туда уйдешь. Все. Бери чумку сразу, превращайся до этого. Все готовы? Зелье дикое есть. Сейчас я пошла. Не-не, герой на третью. А, ну ладно. Бурсты с пула. Бурсты с пула. Бурсты с пула, да. А ДК дает на Керуса? Да, надеюсь. Я не знаю. Я вообще не смотрю. Я думаю, что дает все-таки. Кому тут еще? Ну, я что-то не видел. КЗ. Все, бери чумку без ДБМа. Милики, можете подходить. Не теряйте секунду ДПСа даже. Все, понятно. Лужа. Блять, у нас шо? Подвиньтесь. Вот так, вот так. Вообще неудобная лужа. Выпей ее сразу. До конца выпей ее. Нет, у меня не хватит энергии. Да, у него надо. Всё, эксперимент. Под эксперимент, милики, станьте сразу. 1%. Живите. Всё, ебать. Плюнишь нее сразу? Да, да, да. А, вон зеленый появился. Все, под стенку отведи его, пока что мы будем бить. Милики. Все милики. Без исключения. Быстрее вставаем. Тоже бей руками. Да, отлично. На босса получилось. Вы говорите, когда лужа, я не вижу. Блин, твой фрейм вот мне очень... Вот этот колбу. Убейте колбу, колбу, отводите колбу. Под эксперимент нам. Сейчас красная будет скоро. У меня ноль энергии. РДД, в печеньку ставите, как мы должны были? Лужа. Лужа. О, как печеньку ставите. Да? Блядь, перемешек, перемешек. Сука. Вот это лужа пей сейчас. Сейчас комбо будет. Красный. Красный сейчас будет. Красный плюнь. На ком будет еще это. Отбегайте. А, красный еще. Все, красную бейте, все красную бейте. На эко набегай, эко набегай. Быстрее, перемешек, вы не ловите ты еще. Блять, быстрее достанет. Все, нормально. Давайте, быстрее надо перевести. Лужи выпей вот эти. Так что за лужи? Лужи выпей. Давайте, переводим. Сколько там, 35% сюда должно быть? Угу. Да, вроде. Да. Что-то урона мало совсем. А зеленую стали милики и РДДшки от печеньки отбежали в правую сторону. Милики, милики под неустойчивую слизь стали близко к ней. Все на меня. Быстро милики все слили. Давайте, давайте. Отлично. Все. Отвози опять. Сейчас печенька лужу выпивать. Блять. Про хил рейд. Дальше, дальше. Сейчас переведем уже. Все милики, сейчас печенька. Все, перевели. Милики сейчас перед лицом, просто по краю стенку вези. С танком на пятый стак меняйтесь. Сейчас Гера будет. РДД, желательно печенье сейчас будем отбегать.
Просто вдоль стенки до конца будем идти. Мельком перед лицом, да, Торис? Да, мельки перед лицом, потому что он под себя полбу ПКД кидает. Печеньки. Боже, какой стрёк. Когда ты ставь меняемся? Когда ты ставь меняемся? Я скажу, когда заберу. Репорты прям, если у кого остались старые. А чё он стоит? Ничего не сделал? Блять, он забагался, что ли? А где муж? И вон там полба есть. А есть все окей, да. Все, смотрите, Меняли. Правую сторону иди. Куда вы к нам? По комнате идите? Нет, по комнате. Да, просто. Ебать. Еще подальше от другой станции. Да, вы по краю комнаты до конца выйдете. Добрал, все, не перебивай. Да все добиваем. Да. Все, ребята, не бей его. Переход сколько будем делать? 3 минуты? У него таргет вот. Забагался. Ноги. Да. Не, ну он был повернут на тебя, я не знаю. Таргет забагался. Таргет забагался, он показывает, что на ДК, но на самом деле на тебе. Тут такая фигня. Блять, опять помню. Да где все латные вообще вещи, я не понимаю. Две шмотки выпали. Танку тебе нужны эти ноги? Не надо. У меня ткань. Ну просто я на трансмог бы взял, а то у меня тканевые, я трансмог не могу. Да забирай. Зачем ты там? Там ты можешь сам себе купить. Да, перерыв 3 минуты стал. Главное, что попали боты. Да. Меньше думай об этом, и они тогда упадут. Они четвертый раз уже не падают. Четвертый КД ЦЛК не падают. У меня 6 недель, я уже жду черед. Сейчас на совет, да? Кто отошел, да, присоединитесь, это... чтобы вас довели. Да там только и группы нет, по-моему. Да, и танка нет. О, идем пока. Ты потанчишь. Я уже спекнулся. Сука. Так в смысле спекнулся? Ты же будешь, тут же 2 танка тоже там, и там 2 танка тоже надо будет. В смысле? Ты же два? Куда так мы идем? Так на совете 2 танка. На совете, да, ты же на совет идем? Да. А что не валить? Так потом, под конец. Там все равно не синдру идти. Кива нудная. Ну хочешь, я потанчу? Мне профи. Сферки там вообще... Нет, ты же будешь держать сферки. Тебе как минимум 3 всегда на тебе должны быть. Чтоб 105 сопрота у тебя. А лучше побольше. Подожди, я буду держать сферки? Да. Давай я этих 2 подержу, я не умею держать их. Да, блядь, ты просто сверки атакуешь и все. Даже если ты им хп снимаешь, там побудь. Ты можешь через весь рейд бежать, собирать сверки. Не, через весь рейд не надо, они отагрятся тогда от него. Нет, ну под КД пиздить больше, они не уходили. Присуманить. Прикол в том, что да. Я типа медведи просто размахом хреначил и все. Ну, я стоял. Просто. Ты уходишь, чтобы не тратить вот эти, что ли? Да. Превосходные кристаллы. Поэтому да. Ты все время против сумон. Да. Охуеть. Я думаю, почему ты летишь? Почему ты не можешь просто сверх поставить? Что таскаешь? Да, все-таки есть. Так тебе третий спек Колика надо делать, а не танки. Танком же ты чаще, чем Колика. Колика? Ну у него же получается 2-й спек Колик, который бесплатный. Нет, у меня 4 спека. Вот, еще с Нориком офигел. У тебя, значит, 2 бесплатных, которые без кристалла. Да, это ретрик, ПВЕ и ПВП, да? Да. Все, я понял. Донатер. Да не, нормально. Донатер. Кстати, щит классный. Он да. Же потом 248 будет. А, 284. У меня и нахпало такой же. Кайф. Запы неплохие. У тебя какие профы? Сумоните быстро двигался. У меня Юва, Инжа, Портняга и, думаю, вместо горки и кузнечку прокачать. Кузнечка кайф тоже. У меня кузня прокачана, но она дорогая. Yeah. Я ее выкачивал. Я тоже. Я тогда не мог один. А? Есть спек с тобой? Похилишь? А что, у нас хилов нет? Не, ВВ пока мы пока трэш можем почистить. И ВВ тут же. А. А, не, ВВ. А, ВВ тут все, все, идем туда. Этого. 2. Фир кидай, танку. Череп фир. Мне изгнание дали. Найс. Nice.
А я спалится. А вот за соус просто пиздишь. Катаю и спину, и где тут у чела спину. Неудобно. Неудобно. Ну не понял, что так не воспринчиво. Он в фире все равно пидает. Так, сейчас смотрите, не агать, я аккуратно тактиков к нам приведу. А там же одно, вот один тактик агрится обычно, нет? Здесь тихонечко его затомить. Не, смотри. Я помню, на медведе так делал. Он один ко мне приходил. За обузи? Да. Обуз тактик такой. Да. Пока стоит с КД. Да, тут это херня без КД работает. Давай, открой. Ну-ка, могу еще выпить? А, нет, не могу. Там можно еще... А, все, все, испили, что ли? Ладно, где ты, бля? Давай этого тоже фирки, да? Аккуратно. Хотя, может, без фира просто станет, если пойдешь. Так, сейчас надо будет рыбку обменять. Боб. Диспел. Где Лёха? Он же с нами вроде бы. Для него 3 опять минуты. Опять Боб. У него 3 минуты на Марсе, да? Ну, когда он так говорит, 3 минуты. На Плутоне. Да. Ну, боешку. А вы чё так? Я же тактикой заграл бы сейчас. Тактику бейте первым. Тактика первым. Контрольте его, он очень больно бьет. Обезоружить есть возможность? Я в САПе стою. По сути, стан может. Там был уже один. Был? Ну ладно, ледяная заморозка, отлично. Ой, кто-то при Вознесении, да? Его бы. Давайте изучим, сколько мне сейчас посмотрим. Мне накатило уже давно кольцо. Ладно, мне еще один скорее где-то взять надо. Я тогда и ходил, и сам танчил. Диспел? Ну я же что, недели две с вами не ходил. Сам, как бы. Такое ощущение, я пришел все и испортился. Не, мы просто Женя поменялись. Да. Один ушел в тренд. Разменялись. Да, один, двое ушли, не один. Куда я ж беру, я так скажу. А там где тактика? Есть. Есть, есть. Я ничего не ладно. Халяв, если что, это сфера на меня поводишь для меня. Там, я заберу сюда, если далеко будет прям. Да не будет никто тебя водить. Ой, я сферу подержать, если не хочешь. А ты подамажишь. Давай. Не, куда? Кирос больше ДПС. Не. Да ладно. Крутим, да. Вон, пусть на... На ну, сверху стоял уже. Ты там что будешь? Потому что нам массакра нужна будет. Но он отель, ты будешь танчить. Ты согласен? Кто? Ты так сейчас я... что, дамажись? Да похуй, я потанчу. Разберусь. Ты потанчишь, ладно. Ты там просто бьёшь сверху. Да, я рыбовный. Главное, сфера не убивает. Ты просто по нему ударил. Да. В рейд не беги. Сфера строптивый, вроде ударил, все на уходе. Нормально. Лёха, отойди. Лёха, отойди. Фуки, блядь, заебали. Уйди вон. А вот это у нас сфера пода. Если что, я тебе помогу. Да не, он один не справится. Да я видел, когда... Короче...
Он может одного... Троих держал. Одного ИП сделал. Он лишь себе уверен. Если что, мы поможем. Да, я один раз видел, как Хантер держал всех троих. Но он с какой-то осой держал, и все. Да, он своих петов как-то ставит. Так. Знаете масло на СПД и СПО? Масло на СПД, да. А да у КБ что нет? Ты же можешь с ГБ взять одно масло. Ладно, давай. Саня, держи как можно больше. Тем mm-hmm. лучше, тем... Сейчас. Фласка на СПД есть тоже? Да. Она не поняла фласку на... Пропал. Все, давайте, добавим пункт. Да и фласку. Геру тратить не будем, но ладно, оставим. Все, взял. Купил. Я думаю, это три дюйма. Давайте с пола Геру. Куда вы так убиваете? Кинсеты забери, кинсеты забери. Это вот. Должен был я первый заагрить. Кинсеты забери просто. Он кастит, я не могу его отвести. Полдорама заберите. Его про... Вихрь. Друг от друга отбежали, друг от друга отбежали. Он передвинется к Елисетку, да? Да. Серки, отбивайте. Это просто его стоит. Он не от... Да, главное, чтобы Елисет на тебе всегда агро держал. И сферки. А так ты с любого расстояния можешь его танчить. Его иногда даже ШП танчит. ШП? Да. Там же у него дисперсия есть. Друг от друга отбегите, друг от друга, друг от друга. Всё. Кто там? Не... Всё, пока, просто чилим. Поднимаемся. Можно не бить даже. Кильсеты не бейте, бля, соберите огород, там столько хаос было прилетит. Лёха, не бей. Нету смысла. Лучше подготовить прок еще. Да? Можно под жаркое стать вместе. Так, кинуть. Вихрь, да. Вихрь, да. Вон, поднимите вот это. Над нами. Смена цели 5 секунд. Сюда шум. Эльдорам. Поднимите, сверху падает вот это. Я... Даже какое пламя. На меня. Ничего страшного. Если слишком много сферы, то ничего, да? Да, ничего. Да. Ворот минимум лучше. 3 всегда должно быть. Да. Чем больше, тем лучше тебя пробивать меньше. Так, просто вместе стоять здесь надо. И все. Шотник. Нет, она не шотает. Наоборот, если никто ее не зайдет, тогда она шотает. О, ладно. Классно. Добиваем, получается, пиши. Под могучий этот надо будет разбежаться. Да не, нормально. Над нами сверка под... Нет. О, не. Нормально, могу бежать. Друг от друга отойти. Сейчас он. Отлично. 1 миллион остался. Да. Да, успеем, наверное. Нет. Смена цели 10 секунд. Да, не здесь, на спину. Сколько там на Келесете агро? Нормально. Сфера. Сфера падает. Ладно, забейте фрэн тогда. Добьем его просто. Я добью, ребята. Ладно, мы его добьем. 50 тысяч. Блять, серьезно. Боты? Дайте боты. О, прикольное колечко. Смотри, какие правые. Вот это кольца. Вот бля, это кольца. Она чуть хуже, чем с крыжан. Да, да. А чуть... соки там хотя бы. Угу. Это кольцо на хпала нужно кому-то? Чё, тактика тоже багом? Ну-ка. Да. А, нет. Я работаю. Короче, пока просто займите кольцо, а потом уже разберитесь. Круто. Я думал, тут это, но... И в Б, в первую очередь. Потом Марка, а тут...
Мастер Дилес, потому что у него второго кольца нет. Вы бейте, блять. Тактика. Я тактика бил. Я тоже. Да, я слили меня. А откуда те прибежали? Куда вы пошли? В какую сторону вы пошли? Право. А, серьезно? А мы влево. Влево пошли, что ли? Да. Зачем? Пиздец. А зачем всегда вправо? Через право уходили. Мы всегда через лево уходили. Через лево. Так мы и влево. Вы вправо, вправо пошли? Я всегда вправо. Блядь. Как-то сложно не находить. Я не понял, куда все пошли. А я тоже не понял. Я через правую ходил сюда. А то есть с двух сторон держали по одному танку, да? Ну где ближе боссы были убиты, туда и пошел. Идешь налево пень заводишь, направо сказку говоришь. Ну боссы ближе были к правому проходу убиты, правильно? Ладно. Да нахуй сними голову. Нет. Я опасный в ней. Это уродство какое-то. Ты урод. А куда вы идете? Через центр не побежишь? Нет, я не хочу. Бля, давайте не агрите, но вот я не хочу их бить. Я не хочу, как в прошлый раз, мы час времени потеряли. Нет, Нурик, если тебе нравится, иди. Тебя никто не держит. Стой, 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 они сейчас улетят под тобой. Все, оставьте, он сейчас умрет. А, кольцо, ребята, блять. Блять, что? Да. Надо кольцо кому-то это. Чего? Не. У нас арпала больше нет, а арпала есть такое. А кому это кольцо нужно на кассера посылить? На кассера? А кто, посмотри, кто не делал. ИВБ? ИВБ не делал, и еще кто-то там, по-моему. Сейчас посмотрю. Ну, значит, ИВБ только даю. Больше это плетеное рубиновое кольцо, это оно, да? Угу. Блять, через какую сторону? ИВБ. Жди ты. ИВБ, да, давай трейли начнем. Да, только ИВБ. Все, больше никто. Давай, оно не нужно, у меня с полгорода второе. Во две стороны одновременно пойдем. Один танк туда, один хил сюда. Как вы можете. Все, идем чуть-чуть справа. А мы там слышали, ладно, будет через право. Каст этот. Раздайте баф. Тактика. Там тактики башат просто только так. Да что? А вот и танки же, да? Да. Я сейчас опять уйду. Убери командора. Ой, бля. Тактик нам. Ага. А, меня бах. Тактик шотнул. Так не срывайте, бро. Да, мать. Это что за звуки вообще? Сейчас лесенка, да. Так, там что-то вообще не кушает. Колкусом у нас 100% надо кусать Кероса и мага Кертова. Потом можно либо ДК укусить, либо сову или лок. На месте он убегает. А ДК здесь соло протанчит? Нет. Зеркало. Тут зеркало между танками. Это разделение урона. Какой? А, слабенький. Эфир кинул. Почему только одного? Что уже всех надо ловить? Репите. Ну или у тебя же есть проходка? Это в целкодовская? Нет. А-а-а. Так я только на груле полверсии говорил. Сегодня я мог, конечно, магии с ними сходить из целкодовская, но я тут как видишь. А потом сходим, да, вот эти гру магии ХМ, целкодовская. Нам надо два статика сделать, а потом я найду способ нас ГМ-ХМ провести. Здесь надо будет, найду Ирелла. Туда. Или коллаборацию с какой-нибудь гильдией Стронгхардс. Коллаборация. Звучит сложно. Я в обрушении стою.
Ну, найдем тоже такое видео, как мы, где 10-15 человек готовы и с ДНП и соединимся. Насчет печенья договоримся. Ну, Гримдарк пока что первый кандидат. Чё? Гримдарк первый кандидат, с кем объединяться. Гримдарк. С ними Саня ходил сегодня Grow Magic, и я закрывал соло и ВК с ними. Соло, соло и ДК закрывается. Да, соло. Нет, я имею в виду без никого. Пугами пошел. Да, саппорты пить. Киньте трейд на солу. Каждый по саппорту скинь сейчас. Можешь туда раздать протобаф всем, чтобы никто не умер наверняка. У нас за Ц есть протобаф, тоже самое дело. И рыбу дайте. Да, селедку в студию. Селедку сейчас всяк. Я эти сопроты раздаю. Так, давай мне сопрот на продажу как будет. Я уже брал, не надо, не надо. Я просто даю, пусть заглавляюсь. Потом отдашь или в ГБ закинешь просто? Ну ты, Саня, даешь. Че, танкам же не надо сопрот пить. Каску там дайте. Сейчас. Вот рыбку сразу. Кто сопрот не взял, кидайте три. Так, где рыба? Ой, бля. Сейчас. Лёв, сейчас... Лёв, ты сразу отойди. Уходи, уходи сразу. Нет, я первый ем. Мне пофиг. Вот рыба. Блядь, пришёл Лёха. Все, я ем, подвинулись. Да уйди, давай, быстрее. Кто еще саппорты, давайте. Сейчас, блин, подожди. Не все трейдки. Элита кушает. Ну, у меня был саппорт, я выпил. Все, кожрите свою силу. Не можешь, потому что ДК. Подальше, да. Наши. Саппорт. А потом ты мне просто один руку даешь. Зачем тебе саппорт? Ты же ДК и Редар. Редарам не нужны саппорты. Танк поешь. Окей, да. Здоровее будешь. Кстати, у меня масло закончилось. Ой, поешь? Если я упаду, Нурикс, и ему лайкнемся. Да, у него стоит. Своя еда, все, понятно. Челик зеленкой. Маг похавай, да, все. А, у меня 115 сопротивления, пофиг. Так, все рейндж 10 пропишите сразу. Или рейндж 8 прямо. Есть хавка на меткость, нихера. Есть, да. Есть на РПБ хавка. Да. Вот тоже, по-моему. Из серии с пула по Керусу туда, наверное. Первые два по агру должны быть танку и танк наш. Тогда на танку на пулы кинешь. ДК, я думаю, сам наберет агру. Роящиеся тени, это сливайте сбоку, вот так, вдоль стенки, как пламя Джараксуса, которое он накидывает. А кровавый пак соединяйте вместе. Чем быстрее соединяйтесь, тем лучше. В любое время держите рейндж, потому что когда она темное копье кидает, она этот 2 ОЕ дамажит. Перед взлеткой на танка или на себя ИЛБ антифир кинешь и мазли спеллом всех. Я сдам спокойствие, Керу сдам спокойствие тоже. Все, вся тактика. Давайте. ДБМ. Можно на вальке похилить. Кстати, ты быстро захилишь. На валитре? Даже нужно. Но если ты ни разу не хилил. Не, я там был. Я прошлый раз хилил. На пол и в танку. Омрачение, парт омрачен сейчас бьет. Готовьтесь сразу сбегаться. Сбегайтесь. Укус на танку. Сразу сбегайтесь, все, все прошел. Ты таунт нажал? Да. Зачем? Чтобы на агро тебя догнать. Не надо никогда этого. А че, танков? Да, а все прикольно. Ну, тут не надо тебе выйти по агро ни вторым, ни третьим. А, бля, там же просто стоять. Просто надо, стоять. Да. Там разделение. Это не игра. Это укусишь. Понял. Керус. Да. Пакт. Роящиеся тени 8 секунд. Просто бежишь, что автоатака бьешь и все. Угу, понял, спасибо. Керус. Пакт 10, 8 секунд.
Готовься кусать. Кирус, да. Кирус, таргет. Тени сейчас будут. Мне потом. Лёха, чё стоим, блядь? Потом, блядь, пламя, ёпта твою мать. Да у меня подвисает. Я понизил графику до мимо, у меня все лагает, блядь. Укусишь Лёху или халяву? У меня Вов крашнулся. Я кого не могу? Я конвой летим. Пиздец. Ну это лайк. Ё, какого хрена? Вовремя. Без хила тут нереально. Да и кус. Так, призведи угру. Есть пол, кинь на кого-нибудь с дивана. На Кирус с дивана. Да я в инвизу иду, не надо на меня. Блядь, ну что? Сейчас все сдохнут, я в инвизу иду. Че, помог инвиз? Нихуя. Не помогай. Уродка, блядь. А СС не было, да? Да жаль, СС не было. Забыл сказать. Шнур жжёт. Паскуда, потому что. Задудосил я канал, ты ржёт. Лёха, я огонь смотри, блин. Разливай. Я говорю, у меня подвисает всё равно. Я понизил домин, у меня подвисает игра. Вот это у нас маг юмори, конечно, гильдия. Да. Что вы эти сейчас зашагаешь? Юмореска. В смысле? Ну, лафагает, всякнее. А что там шипишь-то? Газор... Познает весь район, какой я долбый. Да. Ой, оскорбляющие шутки. В смысле? Кого они оскорбляют? Общий IQ нашей гильдии. При чем тут гильдия? Так он в нашей гильдии состоит, блядь. Если ты все, успокойся. А ты как будто нас не нет, ты сагрил, а нет? А, ты зельку что ли прожил? Зельку выпил инвиза? Да. Куда мы тут зашли? Направо или налево? Направо. Направо пойдешь, спокойно пройдешь. Налево пойдешь. Хуя пос... Пизды я прибежал. Да, вот и выбирай. Убиваем? Куда ты пойдешь? Сам для себя очевидно. Лёх, как ты на стендре будешь отбегать, если ты подвисаешь? Тебе надо что-то делать. Ну, я перезайду, может, потом просто и все. Сейчас перезайди. Все равно экон. Короче, экон тут. У вас метки, вы прожимаете зеленку все. Где-то тебе говорю, зеленку просто стойку сразу. Лёх, у тебя на экране пишется. А, нет, забей, я понял, почему у меня подвисает. У меня две вкладки оперы открыты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, награжает. Да как ты там вывозишь вообще? Посмотришь, как это называется? С какими сайтами открыты, что у тебя под... Компьютер вообще греет сверху температуру. Ну. Как оно смоемся? Ставлю руку. СС на ИВБ, да? Лёх, смотри, еще когда на тебя вешают этот... Эту лужу, у тебя экран темнеет по краям. Ты этого не замечал? Ну, в моей низкой графике, мне кажется, я не знаю, как это работает. Я не знаю. Я сам на самой низкой графике играю. ТБМ орёт, блядь, прям просто на уши. Не, еще у тебя экран темный становится. Ну, прям понятно, что на тебя дебафы, да, на тебя бежать. Я не знаю, как это можно видеть. Как ты Грул Маги Хайм будешь закрывать вопрос?
Он будет на королях сидеть. Так мелики стоят же просто. Че там? Не, ну это на королях и на груле. А на ну, скажешь вперед, а он назад. Нахуй. На магике дайте надо побегать. Сейчас, сейчас. Так, все бафы есть. Что нам не хватает еще? Получается, в меня на полу не давайте все в ДК. Нет, ты просто бей. Ну что, по вам разделение урона просто. Ой, главное, не похавал. Эком тут? Похавайте, как бы похавал. Эком похавал. Только двигался, не похавал. Сними шеп, пожалуйста, нахуй. Да, охеренный шлем. Это плохо, то, что танку укусило, короче. Вот если укусит сразу Кироса, а потом Кирос халяву или Лёг укусит кто-то. Там были мага или кота. Да, мага кота в основном, если укусит, хорошо будет. Так, давайте добавим пол. Пять. И все. О, Киртова, отлично. Фак. Он тебя тогда укусит. Да. Меня или это? Плохо. Меня или это? Я континую. Пакт. 7 секунд. Нужен прохил, потом. Пакт соединяется. Отлично. Тени 8 секунд. 6 секунд. Лёха, беги, жал. Беги направо. Да, просто по краю беги. Пак там расчём. И оба сразу на себя антифир кидай, чтобы потом время не тратить. Пакт, пакт. Лёха. Да, да. Сближаюсь я, блядь. Кирто, готовься пускать на меня, когда с рядом стою. Пакт. 8 секунд. Да, роящийся неудобно развили. Сейчас 18 секунд внушения, готов? Так, пакт, сближайтесь. На фул захитлись, на фул захитлись. Там этот спок. Да? После. Готовьте айсбаунд на машине, сейчас она с центра выйдет. Роящиеся тени. Смотрите, на ком. Айсбаунд массакра. Айсбаунд массакра. Все, друг от друга подальше. Станете рейндж, держите. Да блять! Ничего страшного. Сейчас спокойствие сдаю. Сдаю спокойствие, все его. Спокойствие даю. Все. Ловите. Ты кусаешь этого. Спять. Найди в таргете Керуса. Я буду кусать быстро двигался. Быстро двигался возле меня, останови меня. А я кого кусать буду? Уже никого. Уже можно. Убьем. Все, Гера сдали, Гера сдали. Убиваем под Гера. 8 рейндж держите, ребят. Там ОЕ залетает нормально. Пакт. 2 секунды. Смотрите, пакт. Роящиеся по левой стенке где-нибудь сбросьте. Блять. Меня, если что, кусайте. Все, мы уже успеем убить. Там до укуса еще много. 40 секунд до укуса еще. Что я добили? Пайк по 40 карма. 45 касса там. Танк. Кольцо на ловку. Критичку на ловку. Скорость критика. Кто-то не знает. У меня есть такое кольцо. Возьмите, может на мутика на. Тебе надо танку? Мне уже хватит ловкости. Только на мутиков могу взять. Да, бери, бери. Ебать, полетели. А что, выжили? Тут я буду спекаться тогда. Я в хил отметил.
Да, и ВП тогда после в ДД спикнется. Но только после трэша. А не спикнется. В смысле? Да трэш там жесткий. А мне потанчить? Мне кажется, да, это как-то... А может... Так что, танку будет хилить? Эту валитру или что? Да, пусть он ее захилит. Ты можешь ДД или ВП в ДД. Ну, у меня лем не очень какой-то. Да теперь. Там шаман и хэпал вместе полетает и быстрее будет. Да нет, там же одни стаки на двоих получается. Там трэш не убить. Да нормально там все ловится, вместе летаете и все. Нет, просто. Я имею в виду одни эти облачка на двоих будут. Не в ретрика или в танк? Одно облачко да, и каждый ловит стак. Все нормально. Нет, там облачки общие на всех. Поэтому вы летаете в одном измерении, там они для всех. Одинаковое, да. Охотниц поверните самого. Я в танке. Да, забери. Да, вдвоем держитесь лучше. Поверните. Да, я крест твой, череп. А, можно вниз. Каску? Сейчас. Бля, сюда как? Забери Валику. Берите сзади. Валику убить. Она. Быстрее, она сейчас нас спамит, иначе у этих черт. Где она? Ой, череп кинул на нее. Забери танку. Души тоже уберите, поможет. Кто Валькирию привел, мне интересно? Она здесь. Она сзади, а где? Танку ход больше не уйдет, наверное. Он ну, вообще не уйдет. Ладно. Другое дело, видишь? О, бис, нахпало, хапает. Охотницу поменяете сразу? На бесов кастовать. Вот почему ДПС упал. Бесы не бьют. Раз, две секунды, как тащи говно полное. Но... Даже не полтора. Бля, ну сови, они вообще этот солнцепад убрали. Толп от того, как поклик, он 2-3 раза бьется. Еще 4-4 не один. Да при чем здесь 4-4? Они урон от солнцепада уменьшили. В этом же прикол. Ты не должен дамажить 17к. Это слишком. Ты не должен, в принципе, дамажить больше. Остальные. Ну, да. Это много. Я пойду на форум подумаю. Да там уже ноют просов. Там уже есть тема отдельная. Блин, ну они реально суп попустили, нереально. А чё они тогда шпешников не попустили? Они тоже пиздец как ебашат. Не знаю, я не видел. 20к ебашат. Это АОЕ просто, господи, кому это АОЕ? Нет, не АОЕ, это соло таргет. У них теперь есть вот эта граната критует и 3 раза быстрее летит, это пипец как капает, или ДПС. Ты вообще поделал, не? Да бля, я пока его сделаю, опять замерз. Я черепа деру. Вихрь. Милики от БШ отойдите сразу. Ой, блядь. Ой, больно. Вторую охотницу приверните. Ой, ой. Боже. Я не вижу ее немного. Вот она, вторая. Квест приверните. Там опять БШ круг. Флексит, может. Блядь, крест спиной стреляет в нас. Что это такое? Он скопит 60. Да. Нет! Все сказали, что под БШ отходи. БШ? Что это такое? Вы объясните мне. Вихрь, пинкол. Да что ты говоришь? Ну, видишь, не отбежал. Или у тебя 5-го лага? Две вкладки с игрушкой. Да. Две вкладки, во-первых, хорошая. Да сколько держите, пожалуйста. Не, у него там сейчас Google открыт. Мазила. Как повысить FPS? Microsoft Edge, чтобы мне вирусов не кинуть. Закрыть две вкладки. Google еще больше жрет. Мофер. Все, лестница сразу. Google.
Самый жрущий браузер. Залейте мне инр. Пожалуйста. Да, что-то без мана вообще остался. Сейчас. Все друиды, это как? Еще раз зальем. Каску кулак, пожалуйста. Жирно не будет? Нет. Я мобов подержу, которые вы. Ага. Восприимчиво. Вы же не будете их бить ее? Будет. Пока она не восприимчива. Блядь, ну дайте мне хотя бы агр набрать, куда? Нет. Голову не снял. Ай! И долго она так будет восприимчивой? Пока копьё у неё не кинешь. Всё. В босса. Рбуек. 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 Боб, диспел. Она сейчас опять зароется. Всё. На грота. Лёха там прилёг. Мне хуй его дерево. У меня шест лоткнули. Всё. Слова видели, как копьё кидает? Это анимация. Божественно. Я хочу посмотреть, как ты под ним лежишь. Фу, бля, чё за мысли? Ты как, кстати, сова лежит реально? Смотри, как маг. Всем эти. Бук. Не, там у дерева срубается оно. Да, дерево срубается. А ну сова, подойди ближе, может, скинь. Какая лепёшка. Пози лотос он. Всё, сумойте, я пошёл. Бой. Кстати, нифига себе, что это у него там? Собачий корм? Ты чё смотришь? А? Ну вон там скинул пару пивасов, чё-то не понимаю, что это там лежит. Не, ну заяц охуенный. Это орехи, по-моему. Так, у нас рыбка не сидела уже, да? Кроме орехи. Так, все, там кусумарим тебя? Да, да, да. Давай. Чего так стебячно с агильдейцами? То. Стебяться. ЕВБ, ты спекнулся в этот ДД? Спекайся. Так, он не говорит, не хочешь, ты, Макс? Ну там вообще, да. Или Макс себе неприятно. Ну, я типа вчера 5000 ДПС на этом Молчазаре выдал в Элеме. Они еще там поломали, что вот эти стаки, они не копятся. Ну да, там тоже что-то не так. Они же еще когда только сделали, они вообще эти стаки не давались. Тупо не работало 2-3-4. Ну эхо в баф там на самом деле приятно. Да, там я тогда лучше. Буду... не буду заходить в эти порталы. Нет, стоят. Маг Деста, давай поесть людям. Дайте вспомнить кнопки. Подожди, тогда слева Лёха будет ловить подавителя, а справа я тогда? Всех сразу видно. Так, а... где... стол, надо ЛБ отписать. А где рыба вообще? Понял. Рыбы нет, всё. Для тебя одного не поставим. Да пошли вы. Ставим подальше. Да давай это поставим на синдре. 10 рыбок всего. Всё на синдру. А тут я не думаю, что здесь есть рыбка нужна. Ну а мы за час, как думаешь, справимся с Синдрагосой в этот раз или нет? Ну, с Синдрой, да. Вот с Королем Лечом я не знаю. Надо так типа досмотреть. Надо тут посмотрю. Mm-hmm. Еще и бухну на 3% буду больше. А вы знаете, да, что вульперы это собаки? Все. Иннер по ЕВБ, да? Нет. Все. Чем ты белка. Вообще-то вульпер это лисица, а лисица это смесь псовых. Собака скрестилась с лисой. Лиса этот пес, по сути. Ну, лесной пес, скажем. Слева, Леха.
А я на замедление, что ты хочешь? Справа. Линкуй, Серёга. Линк. Вон, по Водрильскому дайте, аковы всегда. Водыр. Ну, пока он дойдёт. Куда? Бам. О, по пламени скелеты надо быстро собрать. Где порталы? Чё не появилось? Вот, смотри. Он маленький появляется. Рядом стой, готовься. Волдырный, что-то иду люблю. Там в портале что-то другое? Там в портале нет. Это же место, просто он летает. По облачкам собирал. Я, короче, около лича стою. Собираю. Лично трогаю, бабочка. Рядом. Давители. Давители справа. А если завязать эти тапки, я буду быстрее летать? Нет. Ты еще должен таймить так, чтобы у тебя когда секунда оставалась, ты последний стак брал, чтобы у тебя стаки не заканчивались. Не понял. Таланс. Да нет, там нормально, все по стакам. Они, по идее, не слетают, там еще 10 секунд. Надо стаки прожиматься полностью. После 30-го стак. Геру тратить не будем, наверное. Ну, Геру, мне там кажется, нет. Мобы просто будут. А, да? Ну тогда Геру сдашь на третий. Ой, на третий будет. Нужно Геру или нет? А ты частицу чё на неё не кинул? Гнилой бот. Частицы нет, она скидывается каждый раз, когда ты заходишь. Да, я знаю. Не знаю как. Вообще ты можешь через зло как хилить, там же демонический союз. Там связь с демонами есть, что-то такое. Доспех ставишь? Там какой-то определенный доспех есть, который ходячий килл увеличивает. У локов. Ой, бля, червей. В смысле, ходячий килл? Там нет такого. Я помню какой-то доспех, но я в гайдах смотрел, там есть какой-то доспех. Это доспех скверны? Может быть, да. Но он только СПТ бафает. Ну там три разных доспеха, по-моему. А, ну да, есть такой доспех на... Там только три. Чё, Гера будет после этого? Его этот доспех делаешь, и он через себя проходит. У тебя же он доступен? Ну. Ну вот, его заюзаешь перед тем, он через себя будет хилить. Нет, тогда сейчас Гера, да? Всё, кто будет такой? Доспеха нет, а? Ставь доспех этот. И этот, не забудь чистить. Всё, давай. Смотри, сколько. Давай. До конца успеешь? 3% за один каст. Чел хорош. Че, успевает? Да, успел. Ой-ой-ой, мобок, да. Да улетай, ты не улетай. Почему она не помогает нам? Запы. Сука. Ага, плащ, кисти рук хочу. Кисти рук я бы забрал. Забирай. Это тебе нужно? Плащ тоже кому-то надо не такой. Прыгаем. Прыгай. Я прыгну, смотри, сейчас. Давай. А, ты СС на себя кинул, да? Кольчуга. Кто-то прыгнул. Я прыгнул. Перчатки видите, мне не нужны. А ты куда полетел-то? Че это было? Попрыгайте на этой платформе, гайз. А, мне левитацию дали. Точнее, замедленное падение. Там падаешь? Давайте я здесь тоже похилю. Саня, а как ты выжил? Я боб ржу. Да, я боб тогда не спекайся, пока что он похилит. Все, боб тогда сразу в центр комнаты. Во, без башки ты лучше выглядишь. Инфа какая-то. Да, я еще без бухла хилил. Кстати, 3% потерял, считай. Ну да. Проще надо вечно.
А что, тем мобов больше не протыкать или больше никого ничего нет? Нету ничего. Сука. Или Лёха мешает? Лёха, реально уйди. Уходи. Уходи. Или сам тык. Тут же еще жезл 204 может упасть. Да, который стоит на ауке больше, чем моя почка, блин. Сейчас челы с брошашниками, милики, отходите. Я прожму дубовую кожу. Да. Не обещаю, что прохилим. И инстинкты еще прожму. Стойте рядом. На танк, на пыль надо. Пойдите. Он сейчас баша крутит тут. Крутит дерьмо помогать. Он крутит, они с какой рейнджи убивают? Нихера себе у них рейнджа. Ебануться. Чё, бар? Реснете, пока или бой идет? А, там идут. Но я начал резать. Я резаю, если меня никто не собьет. А, неудачно, да. Ну. Все, я начал резать. Три рез. У одного и тоже человека резать. Тобы, ты что не резаешь? А зачем мне это? И одного и того же. Эй, конспека, снят тут соло прохилим. Да, не надо. Ты кажется перепутал. Сколько тут еще? Все? Пожалуйста. Не, еще дошло. Не, еще сейчас дошло. Пожалуйста. Нахер эту комнату придумали вообще? В смысле, нормально? Чтобы боежки упасть. И боежки только что. Да и все. Так оно, ты просто время. Эта комната. Не, а чё, везде перед боссами трэш тисишь? А перед Синдрагосой чё? Просто так зашёл к ним. Синдрагоси и так страдает. А как мне мило. Посмотри информацию смерти. До сих пор нет. Ну, зелёные боежки тоже боежки. Да нам уже попадали боежки. Ну, да, две штуки за сил. Я ж прошу кулака каску уже сколько времени. Так я дал каску. Это 4. Нет у меня каски. Так ты падал опять. И что? А паладин может дать каску для меня. Надо квест. У нас, короче, все. Все равно это потом падать будем. Синдраж сразу полетит. Да нет, прохилить можем, значит попробуем. Я тут спекаюсь. Можем прохилить. Подожди, пока трэш не зачислим. Подожди, а танк что делает? Не понял. Всех дракончиков надо. А, нихуя. Никто не двигается. Они сейчас все в один фрейм встанут. У нас вон дракончик прикольный. Это Саня открытие, да? Не, реально. Я до этого вам говорил, а чё мы так не делаем? Сейчас они не делают. Мы не знали. Они что, летят, типа, или чё? Не, сейчас нас выебут. Ты этот гнев небес дай, сейчас нам пиздец будет, смотри. О, берсу сейчас прям. Блять, был бы я в арпале, ууу. Ты гнев не бомбер. А не, хили как бомбер бы здесь. Хилил. Сейчас лужи кинет. Да, все. Погнали. Дай мне боб и этот гнев. Ебать. Что залагал и все. Закончится, бьют обычно. А тогда вы по чуть-чуть сколько ДПС? У кого-то не сломан рекаунт есть? Они слабенькие, тебе нравится. Да, реально, нифига он сломался. У меня даже скада ливнул. Ты 23к, Лёх. Чего? Какой 23к? Там 50 вышло, 60. Какой 50? Ага. Да, короче, забейте хуй на ДПС, босса убейте. Мне только это не вписывает. Да, хоть посмотрим. ДПС будет там на манекенах. Пал высох. На Синдрагосе. Какие ручки мне восполнил? Типа бей.
Не... Да, блядь. Паладинское это дело. Да, мы подойдем вообще к ним? Че, не вас толкать? Да! Я подхожу, улетаю, подхожу, улетаю. Ну, в кружок можно встать, тогда будешь с тем кооперацией. Давай я этот кину. Куда ловить, чтобы не взлетал. С этого взлетаю. У нас 55 минут. Очки.